Благодаря новым сервисам BlueLink вы можете всегда быть на связи со своим Hyundai Tucson с помощью смартфона. Смотрите историю поездок в разделе «Мои поездки». Здесь представлены ключевые показатели, такие как время, расстояние, средняя и максимальная скорость всех ваших поездок. Поиск ресторанов, АЗС, СТО и иных пунктов назначения стал быстрее и удобнее. А если вы найдете нужное вам место на карте в приложении, отправьте его прямо в систему навигации автомобиля. Когда вы сядете за руль, маршрут уже будет ждать вас в навигаторе. Когда автомобиль обнаруживает кого-то на заднем сиденье, даже после выключения зажигания, он автоматически отправляет предупреждение в приложение. Если вам необходимо передать автомобиль третьему лицу, например, парковщику, включите режим «Valet». Вся система мультимедиа будет заблокирована, и третьи лица не получат доступ к вашей личной информации. После завершения поездки вы сможете посмотреть данные о передвижении автомобиля, времени начала и окончания движения, времени холостого хода, максимальной скорости и так далее. Чтобы выключить режим Valet, также необходимо ввести пин-код. Выключить режим вы можете и в приложении. Отчет о состоянии автомобиля можно посмотреть в приложении, нажав кнопку «Статус», «Отчет о состоянии автомобиля». Данные показываются за месяц. Вы можете посмотреть количество запусков двигателя, общее пройденное расстояние, общее время работы двигателя, холостого хода, среднюю и максимальную скорость. Ваша связь с автомобилем непрерывна, так как он всегда отображается на карте. Эти и многие другие сервисы BlueLink помогают вам оставаться на связи с Hyundai Tucson, даже когда вы не за рулем.